В течение 3 дней в детско-юношеской спортивной школе «Авангард» в ежегодном открытом первенстве Белореченского района по боксу примут участие более 100 спортсменов. Сегодня на торжественном открытии соревнований побывала и наша съемочная группа. В зале детско-юношеской спортивной школы «Авангард» собрались участники соревнований из Белореченска, Пшеевской, Анапы, Армавира, Гиагинска и поселка Тульского. Зауч спортшколы Татьяна Павленко поприветствовала участников и представила членов судейской коллегии. Открыли соревнования показательные бои ведущих спортсменов ДЮСШ «Авангард». Боксер первого разряда, серебряный призер физкультурно-спортивного общества профсоюзов «Россия», участник первенства России Эдуард Восконян по результатам 3 раундов победил соперника из поселка Тульского. Кандидат мастера спорта, победитель первенства Южного федерального округа Дурсункара Ибрагимов в результате жесткого поединка одержал победу над боксером из Майкопа. Зрелищные поединки не оставили равнодушными ни участников первенства, ни зрителей. Следующая пара продолжила соревнования. В открытом первенстве Белореченского района по боксу участвуют спортсмены 2 возрастных групп – юноши и юниоры. Для ребят это хорошая возможность повысить профессиональное мастерство и выполнить разрядные требования. По результатам 3 раундов, каждый из которых длится от 1,5 до 3 минут, в зависимости от возрастной группы, в каждой паре участников будет выявлен победитель, который примет участие в боях полуфинала и финала. Итоги первенства будут известны в ближайшее воскресенье. Вера Савельева, Александр Чернышенко, новости спорта.